Когда я вообще пришла на кастинг, я собиралась развернуться и уйти. То есть я была не уверена в себе вообще. На кастинг Ольга пришла простоватой домохозяйкой. С нулевым начальным капиталом, зато с талантом рукодельницы и с куклами. Очень классные куклы. Очень красивые. Красивые. Как пумпушечка, да. Замечательные куклы Ольги Ситниковой. Такую куклу не стыдно подарить. На кастинге в нее сразу вкатился бизнес-наставник Дугар Байертуев. Я решил взять эту компанию и попробовать продвинуть этот продукт через интернет не только на бурятском рынке, но и на рынке всей страны. Первым делом Дугар вычислил производительность Ольги и предложил увеличить ее с помощью технологий отливки пластиковых деталей. Ольга сразу заказала силиконовые формы и путем проб и ошибок все-таки наладила массовую отливку голов и рук. А вот по поводу пошива одежды эксперты посоветовали, среди прочего, нанять на работу сотрудниц. И Ольга в сжатые сроки нашла работниц из числа знакомых и знакомых знакомых. Пока у меня 5 человек нашлось, которые согласились мне помогать. Если они вот через месяц научатся делать вот так, как я делаю все это, то они, допустим, смогут каждый по 3 куклы делать. Дугар опять достал калькулятор и вычислил месячный доход Ольги при наличии 5 квалифицированных кадров. 495 тысяч, что в целом неплохо. Нам нужно еще будет определиться с оплатой труда, с налогами. Я даже не представляла, как нужно документы подавать. То есть я знала, что есть налоговая служба, а что с ней делать? Ольга – единственный из участников проекта, зарегистрировавший ИП по интернету. Дугар посоветовал Ольге выбрать патентную систему налогообложения. Именно она идеально подходит для ремесленников. Во-первых, не надо вести бухгалтерию. Во-вторых, не надо покупать кассовый аппарат, что тоже, естественно, влияет. В-третьих, у меня определенная ставка. То есть, сколько бы я ни заработала, мне не нужно высчитывать эти 6%. Я заплатила за год вперед 6 тысяч, и все. ИП зарегистрировали, работниц вроде как нашли. И Ольга взялась за рекламу своей продукции. Устроила фотосессию для своих кукол. Это, кстати, единственное, за что она заплатила. Так как рекламировалась Оля через интернет. Дугар и компания создали для Ольги аккаунты во всех популярных соцсетях. Создали группу ВКонтакте, самую многочисленную среди наших участников. Все это и проект-стартап дало результаты. Порой люди прямо так и подходили и говорили: «О, здравствуйте, мы вас знаем, вы из проекта, вы таких кукол делаете». Но мы забежали немного вперед, а пока вернемся в начало марта, где у Ольги возникли первые серьезные проблемы. Из 5 человек у меня работает только один, получается. Получается, 4, а у них постоянно какие-то отговорки. Они его рассматривали как источник, скорее, приработка тоже. А мне-то нужно было, чтобы человек полностью в это погрузился. Наставники посоветовали Ольге провести групповое собеседование, к чему Ольга, конечно же, не была готова. Я вообще не представляла, как к этому подойти, я вообще не представляла, что нужно узнавать у человека, как с ним разговаривать. Дугар посоветовал обратиться за помощью к психологам. Да-да, прямо как в американских фильмах. То есть мы показали Ольге, как правильно считывать информацию, насколько человек искренен, и как слышать себя тогда, когда она общается с человеком. Ну, на первый взгляд, то, что мы обратили внимание, то, что Оля очень чувственный человек, мама, что ли, тепло. Ну, мы понимаем, что мама и руководитель фирмы несколько разные формы. Есть такие вещи, которые Ольге желательно было бы себе изменить. И психологи что-то там изменили, потому что на собеседование пришла другая Ольга, твердая и решительная. Из 30 пришедших на собеседование Ольга отобрала 12, из которых останутся только 6. Жестко, коротко, бескомпромиссно. Нет, мы не должны предлагать свою работу. Они должны себя нам предлагать. То есть мы ставим свои условия. Главное, что это оказалось эффективно, очень эффективно, потому что те люди, которые сейчас остались у меня работать, это вообще это мастера своего дела, которые знали, зачем они пришли, знали, что они хотят и что они делают. Вот что надо снимать. Вот. Человек вторую куклу в жизни сделал. Кукол стало больше, но пока Ольга занималась обучением и рекламой, интенсивных продаж она не совершила, за что и была раскритикована на экспертном совете. Все-таки нет продаж, нет бизнеса. Эта формула действует для всех. Я хотела получить помощь, реальную помощь. То есть не просто там бла-бла-бла, вот сходи туда, сделай это, а вот реальная помощь, а вот сходи сюда, а вот сходи, а я знаю вот этого человека, вот ты можешь к нему обратиться. Вот этого я не получила, к сожалению. Я думаю, что ключевой момент, мы как раз с Ольгой проговаривали 2 недели назад о том, чтобы она не ожидала, что наставники будут что-то за нее делать. Я всегда ждала, да, вот чего-то, вот как меня, как наставники говорят, возьмут за руку и поведут куда-то. Да, может быть, я этого и ждала.
Может быть, поэтому и не оправдались мои какие-то надежды. Но когда все-таки я переосмыслила все это, я все-таки подумала, что действительно они не обязаны нас водить за руку и тыкать куда нужно. Я тогда взяла все в свои руки. Да, Ольга взяла ноги и куклы в руки и пошла совершать сделки и продажи по бутикам и магазинам. 4. Все правильно. Далее Ольга взялась за разработку брендбука. Сама придумала логотип, сама его отстояла на экспертном совете, сама решила поехать в Иркутск за упаковкой для кукол. Там же сделала продажи в сувенирных магазинах. А тем временем Дугар разрабатывал для Ольги сайт, который ориентирован в первую очередь на иногородние продажи. И это своевременно, потому что Ольга решила расширить линейку своих кукол. Ну, сегодня я уже презентую своих русских кукол и семейских. То есть к сегодняшнему дню они уже готовы. К концу проекта мы можем сделать вывод, что домохозяйка при наличии чуточки таланта, огромного терпения, а главное, готовностью меняться, может стать успешным предпринимателем. В добрый путь, Ольга. Вы знаете, я буду скучать по вам.